Ежегодно Управление по культуре и делам молодежи совместно с городским центром патриотического воспитания проводит смотр-конкурс «Строи и песни» среди допризывной молодежи. Мероприятие направлено на то, чтобы участники команд показали навыки стройподготовки, различные элементы выхода из строя, проход с песней и другие элементы. В этом году в мероприятии впервые принимали участие не только команды студентов, обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования, но и кадеты из школы номер 18. Мы очень долго готовились, и мы сегодня впервые принимаем участие в этом мероприятии. Ну и песня у нас «Не плачь, девчонка». Форум участников смотра конкурса, их строевую подготовку и исполнение патриотической песни оценивала строгое жюри. В жюри входят представители всех команд. Это преподаватели ОБЖ, начальник физической подготовки войсковой части 61-996 и представитель военкомата. Несмотря на то, что военное дело считается не женским, каждый раз в смотре конкурсе принимают участие и представительницы прекрасного пола. Этот год не стал исключением. Среди участников мероприятия были смешанные команды. Все команды неплохо справились с поставленной задачей. Ребята маршировали и выполняли различные строевые движения, а также во весь голос пели патриотические песни. После выступления всех участников жюри определило победителей. Церемонию награждения провела Светлана Климова, начальник управления по культуре и делам молодежи администрации городского округа «Электросталь». Александр Васильевич Суворов говорил: «Тяжело в учении, легко в бою». Я уверена, что те навыки, которые вы получили при подготовке к смотру строя песни, вам обязательно пригодятся в жизни, пригодятся в службе в рядах российской армии. Согласно подведенным итогам, диплом участника смотра конкурса получила команда из ПУ номер 80. Третье место было присуждено студентам электростальского филиала Московского колледжа управления и новых технологий. Второе – команде электростальского колледжа. А почетного первого места удостоилась команда кадетов из МОУ СОШ номер 18.